звездка и стяг працы, сегодня посадили 3,5 тысячи саджанцев сосны и бярозы. На субботник вышли работники райвыконкама. Посадочный материал с Караневской экспериментальной лесной базы. Выбор места для будущего лесу был видовочный. Поблизу населенный пункт. Молодый лес упрыгожит его наваколье, да и территория, якая пустовала, не будет засмечиваться. Ухаживать будет лесхоз, это территория лесхоза нашей Караневской экспериментальной лесной базы. Они будут в дальнейшем ухаживать за этими насаждениями. Ну и мы надеемся, что это позволит благоустроить и территорию, в том числе населенного пункта. Людям будет где собирать ягоды и грибы. Кастрычник объявлены месяцем добраупорядкования. Тому належный выгляд приведут и иншие территории Гомельской области.